Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, побежали по ежедневкам, как обычно. Так, нанесите 20 единиц урона героям травяным кулаком. Разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. И разыграйте 3 горошины. 3 горошины. Ну что, я пошел тогда за травяного кулака пытаться пройти задание. Так, ну что, травяной кулак. Можно глянуть, что у тебя здесь? Это... Ладно. В принципе, ребят, я ничего против не имею. Дай-ка я, наверное, возьму здесь крокодильчика лучше. Так, а вот этого зачем я взял? Он же у нас все равно только на горошины есть. Можно, в принципе, что-то здесь смастерить. Забабахать, да, так сказать? Смастерить, забабахать. Два могилоеда. Так, ландшафтов у нас 3. Вот это вот зачем мне здесь? Вот я что-то не пойму. Ладно, фиг с ним. Попробуем? Попробуем. Эх, бонгчой, травяной кулак. Рейтинговый бой, ребята, 38 ранг у меня уже. Если честно, я очень медленно продвигаюсь, потому что я очень мало играю. И мне сразу выдают чуть ли не элиту. 49 ранг. Чуть ли не высшую лигу сразу подкидывают. Как тебе такое раскладец, а? Чё-то чувствую я, что он будет на животине играть. Что-то вот... Начинается, да? Так, а у меня... Ну, у меня есть кого на воду поставить, но я знаю прекрасно, что он будет его прокачивать. Угу, наверняка. Сейчас посмотрим. Но ты не забываешь, что у него заклинашки есть? Давай я так сделаю. Я хочу просто посмотреть, кто там у него. А у него пират. То есть на пиратах будет играть? На пиратах? Не знаю, ребят, такой колоды, честно говоря, чтобы на пиратах. Ну, посмотрим. Все-таки на животине, да? Прокачка. Еще прокачка. Так, ну что, друзья мои, выбор невелик. Выбор невелик. Надо вот этого уничтожать в первую очередь. Блин, плюс 2. Ну его все равно в любом случае размажет, да, получается. Тогда и нет смысла тратить. Поехали. Нам, конечно, сейчас влетит тут. Отлично. Сейчас посмотрим. Так, есть бомбочка. Есть у нас бомбочка, да? Угу. Угу. Видишь, что делает? Прокачался, ребята, он. И что прикажешь ты мне здесь делать? Ну, неудачно, ребят, неудачно. 3, 3, 6, 8. В общем, мне хана. А в закромах у него, знаешь что, заморозка была. Ну, все, 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 все. Тут уже понятное дело. Просто нам с тобой, Бонгчой, не повезло с противником. Нам дали 49 ранг. Причем сразу же. Три горошины. Так. Я даже удара по нему не нанес, ты прикинь. Если бы у меня бы немножко по-другому бы расклад пошел бы, дали бы мне хотя бы горошины бы, которые я мог бы расставлять, тогда да, было бы немножко по-другому, ребята, расклад был бы другой. А тут нифига не получилось. Так, ну что, нам дают разговор. Ну,
уже получше. Тут хотя бы есть первый ход, если что. Если что. Ну и удар по земле. Это тоже, кстати, немаловажно. Будем потихонечку тогда начинать. Что у него там за одну энергию? Да, наверное, ничего нету, мне кажется, да? Нету. Так, ананасовая бомба. Еще вытворяет. Мы сделаем вот так. То есть он получит 4 в лицо, нам он даст всего лишь 3. Но ты не забывай, что у него есть перемещение с атакой. И этим он наверняка воспользуется. И этим он наверняка воспользуется, правда, не скажу когда. Плюс у него сработает защита в ближайший ход. Вот что там может быть, а? Ну, я так сделаю, на всякий случай. Просто посмотрю. Ага. Кровожадность, что ли, у тебя там? Ландшафт. Ландшафт. Так. А вот это плохо, ребята. Но он, я думаю, сейчас пробьет и чисто в защиту, да? Влупит мне. Чисто влупит в защиту. Давай вот так вот я поставлю. Угу. Да я ничего не буду пока делать. Сейчас, ребята, перемещение, скорее всего, он возьмет. Вытягивает две карты. Вытягивает две карты. Так, началось, да? Ну, 5 энергии. Так, дальше что? Что мы можем сделать? На самом деле, дофига что можем сделать. Можем сделать так. Плюс ко всему. Стоит ли крокодила ставить? Вот что я думаю. Или сразу удар по земле сделать? Он же переместит сюда, я тебе говорю. Хрен с ним, давай сделаем так. Размещает зомби-астронавта. Да ладно, ты серьезно? Так, ребят, у нас 5 хп, у него 7. Ну что будем делать? Если бы он этого бы прокачал бы, было бы неплохо бы. Как тут сделать-то лучше? Если я поставлю его, лучше, наверное, страуса влепить тогда, да? Ну, с этим разберемся сейчас. 2 удара по земле, и он готов. Прочерк его тут не сработает. Вот это будет немножко похуже, но все равно, ребята. Но все равно можно, в принципе, сделать, справиться, да? Так, давай сделаем так. Псих-то, ёк-макарёк.
Давай, наверное, так вот бомбанем его. Чтобы с ним тут еще не сисюкаться. Ну и, наверное, вот так вот. Ну и на всякий случай еще вот так сделаем. Смотрим, что он там придумает сейчас. Перемещение у него. Нет, он, ребят, ничего не стал этого делать. Все. Все, парень. Да, это бонусная твоя атака. Это мертвому припарка. Вот и все, ребят. Так, ну, нанесли мы 20 единиц урона, как нам и было предписано. И плюс, по-моему, мы разыграли с собой 3 горошины. Потому что этот у нас вызывался. Вызывался. Давай глянем. Да. Разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. То есть вот это нам только остается сделать. Но это, поверь мне, легко и просто. Мы можем с тобой сыграть, например, на... На зубостези или тот же самый. Там у нас много растений за 4 единицы энергии. Очень много, так что никаких проблем я вообще в этом не вижу. То есть все ежедневки у нас будут пройдены. Ну давай, давай, давай. Поиск соперника, блин. Очень долго. Очень долго ищем. Нашли. Так, это профессор. Профессор мозговая атака, причем я не скажу, что он 19 уровня. Ну давай так оставим. Не знаю, зачем я взял огурца здесь. Оставил. И банан. Так, у него еще и шаманство. Вот это ему, конечно, фартануло. На старте, ребята. Шаманство сразу выпало. Это хорошо, конечно. Мне пока вообще, ребят, ничего не светит. Я не знаю, кто там, посмотрим. Мишель. В общем, потенциально он уничтожается у нас на следующем раунде. То есть мы его убьем. Ну, легко, можно его вот так вот, например, да. И вот так вот. Никаких доборов ему не светит. То есть не доборов, ну ты понял, да? Вот он берет энергию. Доп. Дополнительную энергию гад взял, да? Блин, до розы мне пока не хватает, но я сделаю, наверное, вот так. О как. Неплохо выпало, в принципе, ребята. Так, что бы мне сделать-то здесь? Как бы мне тут лучше сделать? Так, например, этого чудила я поставлю сюда. Так, что ли сделать пока? У него 6 энергии, ребят. Сейчас начнет тут рвать и метать. Шаман с двух способностей. Плюс он еще карту ему утягивает, да? Смотри, что ему выпало, а. Так, ну что, ребята, я предлагаю его, наверное, сейчас через розу, наверное, шваркнуть. Давай, наверное, мы сделаем так, так и вот так. Угу. И все. Одного в любом случае потеряет. Не играет, нахапал, конечно, карту он, ребят. Thank you.
огурец. Огурец, огурчик, огурец, огурчик. Давай смотреть. Так, размещает зомби-астронавта. И прокачивать, да, будет, соответственно. Так, наносит 2 единицы урона всем. Да. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай так сделаем. Посмотрим сейчас, что у нас получится из этого всего. Что, будет розу бомбить, да? Или этого? Ну, вот как. Опять шаманство свое. Блин, вот здесь бы, знаешь, кто бы не помешал бы, ребят. Ну, я смотрю, у него совсем там все плохо, да, ребят? Хм. Энергии нахапал, да? 9 штук. Блин, а там же у него Эврика будет. О, видишь, бесенка. Прихапал здесь. Прокачивать здоровье. Атаку. Ну, это ерунда. Блин, он что, хочет их? Неужели он хочет, ребят, тут? Ох, как бы мне хотелось. Я, наверное, так и сделаю. Я не знаю, кто там у него. Ха, доборчик у него там лежал, оказывается. Блин, вот жалко, мне не хватает, ребята. Я так и думал. Ну и кто у него там? О, все, ребят. Все. 6, 6, 12. Хильнемся, единственное, что. А, нет, мы не хильнемся. Нет, нет. Ну, тут, короче, мне не повезло, ребят. Что я могу сказать? А вообще ничего сделать не смогу. Ну, тут фиаско, короче. Ну, рыцарь, это фигня. Ну, как фигня? Не фигня, ребят, неприятно, но... В общем, встряли. Нам надо было разыграть, мы разыграли. Что-то вообще, конечно, тут по-жесткому получили, да? Дай-ка, ребята, отыграюсь я. Если бы не эти доборчики, которые у него там были. Понимаешь, у зубостезилы в чем, ребят, проблема? У нее проблема в том, что она не имеет могилоедов. Нет могилоедов. А если могилоедов нет, то, естественно, я ничего не могу сделать. Он будет своих чуваков в могилах прятать и, соответственно, на халяву получать все блага. Так, он что-то ничего не делает. Ну, к примеру, я поставлю вот так.
Угу. Неужели опять на животных, а? Ну, за заморозка только нормально играть это за животных. Ну и на заморозках. Все. Больше я не вижу никаких ребят там. Сейчас попробуем. Если он сейчас ничего не влепит, поставим наверное, огурца. Куда-нибудь сюда влепим его. Чтобы мы могли с тобой уже набирать легендарные карты. Я не сомневаюсь, у него может быть валун. Все, что хочешь. Огурца можно уничтожить. Но, слава богу, ничего у него не было. Так, что ты нам вытягиваешь? Розу. Ну, в нашем положении роза это нормально. О, видишь, что творит? Видишь, что начинает вытворять? Хочет заморозить же его, да? Давай так, наверное, сделаем. Вообще, лучше бы, конечно... Так, ну я тебя понял прекрасно, парень. Все, хапнул, довольный. Это мне плевать. Давай вот так вот посмотрим. Да ну нафиг, ты серьезно сейчас, а? Так, мы прокачиваемся. Кровожадность у него из бочки есть. Так, ну что, мы ему... Этот получи... Блин, у него там блок. Хо-хо-хо, ну ладно, давай думать. С этим, естественно, нужно разбираться. И вот с этим тоже. И хильнуться бы нам не помешало бы. Три. Вот кто там у тебя, а? Давай, наверное, сделаю вот так вот. Посмотрим, кто там у него. Да ты серьезно, блин! Вот это да. Ух. Так, защита, давай. В плане, блин, не сработала защита. Я говорю, могилоедов нету. Вот он сейчас будет, сейчас еще поставит такого же. И все, ребят. И мы приплыли. Так, ну у него уже, по-моему, нет бонусных атак, насколько я помню. По-моему, нет, ребят. Угу. Но у него есть заморозка, да? Заморозка у него есть. Ну, это пробивает, понятно, нам в блок. У нас защита. Я не знаю, там что у нас. По идее, родник остался и... С наименьшим здоровьем сожрать. Ага, вот она. Вот этого и схомячил как раз. Так-с. Блин, у него, ребят, конечно, защита будет срабатывать.
Что он там может поставить? Он может поставить такую же, да? Этот переместится сюда. Никуда он уже не переместится. Пу-пу-пу-пум. Ну что? Вариантов не особо много у нас, конечно, здесь. Поехали. Наверное, рассчитывает на заморозку, мне кажется. Угу. Так, здесь получается 2, 6. И тут 2, 8. 4 хп остается у нас. Ох, 4 хп остается. Блин, сейчас же у него заморозка, ребята, у него сработает. 100% он ее забрал. Как быть-то нам, блин? Ну что, надеемся, что будет срабатывать защита. Блин, как вот этот ландшафт меня что-то напрягает, прям не могу. Угу, вызвал, да, вампирчик своего. Почему так поздно-то, блин, ты... Выпал мне, а? Этот говнюк переместится, да? Вот сюда. Три-три он будет. Все, короче, мне уже здесь нечего поставить, ребят. Ой, поставить мне нечего. Да все, короче, тут проиграл. Единственное, что родник, если только сработает. Пять. Родник дает нам 4 хп. Смотри, что у него. Нормально? Как тебе такой расклад, а? А я за заморозку играть не умею. Так, ну что, ребят, не получилось у меня за этого отомстить. Почему я сейчас и не играю, ребят? Я вам еще тогда говорил, что сейчас зубостезила, она не в мете. Сейчас у нас в мете кто? Ну, для меня, по крайней мере, это вот разгром, бесенок, ржавый разряд. Вот эти вот три зомби у меня сейчас как бы в приоритете идут. Так, Бонг Чой. Давай смотреть. Да ЕПРСТ, ну... Ведь ничего толкового не дали, понимаешь? Первого хода нету. Могила. Только Горбатого исправит. Вот, дали хоть что-то. Сейчас посмотрим, будет он покупаться. И заодно проверим, на что он, на горошинах будет играть? Нет, ребят, далеко не на горошинах. Далеко не на горошинах. А почему? Для меня вот это сик... Даже непонятно, ребят, почему он так решил сделать. Два удара по земле же может сделать, да? Скорее всего. Давай пропустим. Или бонусная атака, одно из двух.
Бонусная атака, мы его можем заморозить. Мне придется этого заморозить. Придется этого замораживать, ребят. А этого прятать, да? Ну, три в лицо получим все равно, как ни крути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, что он вытянул. Так, только не говори, что ты сейчас неуязвимку вытащил, а? Ну, в общем, вы поняли, ребят, да? Просто, блин, неуязвимость, все, что, блин, душе твоей угодно. Погнали. И два удара по земле, да, у тебя? Или бонусная атака? Что у тебя там еще осталось? Угу. И крокодил. Я не знаю, ребят, что здесь сделал. Уже доигрались, да? Ну, потому что, ну что это, ребят? Ну, вот, ну что он там выдавал мне? Ну, ё-моё. Привет, жду новых видосиков. Да будет, ребята, новые видосики. Будут сегодня. Сегодня. Не знаю, сегодня. Завтра точно будут. Не понимаю, почему все должно быть нормалёк. Это что, я уже 4 раза проиграл, да? Один раз выиграл. Трешуют, трешуют, конечно. Рандом, ребят, как ни крути. Здесь ничего сделать не сможешь. Как бы идеальную колоду бы ты ни подобрал бы, все равно найдется, кто тебя накажет. Слушай, подожди, а с какого перепуга? У меня же... Ладно, фиг с ним. Просто я не помню, чтобы у меня в колоде был пират. А, понимаешь, дело в том, что вот у меня на планшете, да? Тоже это же игра. Но у меня там совсем другие карты, колоды, блин. Расстановка. Давай сюда поставим, посмотрим, клюнет, нет? Клюнет этот парень сюда или нет? Он не клюнул. Друзья мои, он не клюнул. Он не клюнул. Так, замораживает этого. Что творит? Чудило несчастное. Так, как мне его наказать? Ну, мне, блин, надо ждать этого. Больше пока никак. Отличная выпала. Отлично, ребята, выпала. Этот Фентифлюшкин доигрался, короче. Да и бог с ним. Все равно защита сработает, да? Угу. Защитушка сработала. Давай поставим так.
Эть, как неприятно. Ну, что, горошину, я думаю, вряд ли он будет тут тратить. А мы сделаем вот так вот. А ты жук, а? Давай вот этого, убери вот этого вот. Нет. Ладно. Давай проверим, есть у него рикошет или нету. Вот так я сделаю. Не, наверное, набрал, ребята. Да, конечно, нахапал. Ты прикинь, хорошо подготовился, чмошник. Пумс, пумс, пумс. Ой, ребята, хорошо навтыкали мне. Проверка на вшивость. Угу, вытягивает две карты. Даже не думаю об этом, парень. Так, защита. Блин, мне бы хильнуться как-то. Как я тебе хильнусь-то тут? Как вот мне хильнуться здесь? Да никак. Давай так сделаем. Увеличивает. Ну, нормально. Так, ну заморозим как раз-то его, да? Ну ладно. Налево этот с этой прокачкой. Пока все, ребят, пока больше ничего сделать не могу. А вот это вот. Ну, этих двух он бомбанет, да? Допустим, делаем так. Тю-тю-тю-тю-тю. До свидания. Поехали. Ну хотя бы, ребят, так, хоть отыгрались один бой. Давай еще один бой попробуем отыграть. Тут ни в какие ворота не входит, блин. 4 фейла. Сфига ли, спрашивается, да? Можно попробовать за разгрома еще сыграть, кстати. Меня, правда, просили Рэй сыграть за профессора. Я просто не представляю, как за него играть.
Нет, если долго-долго мучиться, что-нибудь да получится, ребят. Но я не люблю долго мучиться. Хотя надо. Ладно, попробуем сейчас здесь. Ой-ой, орех. Блин, только бы не на этих. Не на орехах. У меня колода, ребята, не предназначена под ореховую эту эволюцию. Или как вам ее назвать-то? Сейчас могут навтыкать мне тут по-черному. Гаргантолога пока рано вызывать. А насколько там? На 2 меньше, да? Это нужно где-то когда 5 энергии. Допустим, поставлю ландшафт. Сейчас посмотрим, ребята. Если он хилищую дорожку сюда поставит, то все будет сразу ясно. Где? На хилах. Вот чувствую на хилах, потому что ребята ждет, когда будет урон. На следующем ходу поставлю тогда этого. Поставлю его, и пускай он прокачивает моих 1 плюс 1. Орех. Ладно, я уничтожу тот орех. Может быть, зря. Дергунчик, блин. Поехали. Уничтожает зомби. А вот теперь давай смотреть. Пум-пум-пум. И все? В общем, уже не знаю, за что браться, дергается, как этот. Ладно. Я, наверное, ничего пока тратить не буду, ребят. Это вот ты сейчас пшикнем, и, в принципе, никаких проблем нету. В принципе, никаких проблем нету. Опять орех. И тут орех. Не-не-не, это не вариант, ребят. Или лучше здесь уничтожить. Нет, тут надо. Гаргантолог нам пригодится еще. Гаргантолог нам еще пригодится. Кого уничтожим? Давай того брякнем. Угу. Так, теперь, ребят, ставим вот этого. Фисташку, как говорится, попал. А потом либо ставим вирус, либо защиту. Посмотрим. Мне кажется, он что-то... А нет, смотри-ка.
смотри-ка, дрынкает. Какой-то базовый набор у него был, если честно. Просто базовый набор. Тут ничего такого. Давай так сделаем. Поехали. Посмотрим сейчас, что еще за гаргантюа тут вылезет. Все, ребят, победа. Отыгрались. Чуть-чуть. Не по полной, конечно, но отыгрались. Ну что, друзья, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.